коллекционный томат, амишей полосатой Евы. Вот так он выглядит со стороны плодоножки. Томат довольно-таки плотный. По консистенции, думаю, тоже очень внутри плотная. Кожица толстенькая. Вот такой красавчик внутри. Маслянистый. Арбузная прям мякоть у него. Но плотная. Семечек вообще не видно. Такой своеобразный вкус у него. Он больше даже на фрукт похож, нежели на томат. Сладкий, с небольшой кислинкой. Очень приятный. Во рту прям вот тает. Очень вкусно. Странно.